Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Рыболовные заветки». Сегодня мы приехали на Курчатовское водохранилище, чтобы реабилитироваться после прошлой пролетной рыбалки. Да, в прошлый раз, кто смотрел видео, уже поняли, что ничего мы не поймали. Хотя на текущий момент видео даже не вышло на момент съемок. Но на момент, когда вы это будете смотреть, уже оно выйдет. Вот, поэтому сегодня мы решили реабилитироваться. Прошло 3 дня, мы сменили место. Попозже вам расскажем, покажем, где мы ловим. Кто знает эту местность, уже, наверное, по заднему фону догадались, где мы сидим. Что я могу сказать? Погода улучшилась, с каждым днем все теплее и теплее. Локация новая. Думаю, что рыбалка сегодня будет интересная. А также вы в сегодняшнем видео увидите обзор нового рациона питания. Посмотрим, что в этот раз приготовил нам мистер Вейнторг. Оставайтесь с нами. И не забывайте, друзья, подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. А также поставить лайк, колокольчик. Ну, короче, вы все знаете. Только осталось лишь нажать и сделать. Да. Все, спасибо, друзья. Давайте смотреть. Так, ребята, сейчас мы снова будем тестить наш эхолот. Он немножко поплавал, нашел спутники. Сейчас мы его немножечко забросим, чтобы шнурочек намочить. И потом посмотрим, что он нам показывает. Так, GPS обнаружен. Он нам говорит, что здесь 3,9 метра. Так, сейчас мы переключим луч на широкий, на средний. Готово. Так, он, по идее, должен сейчас, ага, обновиться. 3,6 метра он показывает. Ну да, здесь на самом деле в этом месте бровка очень близко к берегу. И она такая отвесная, как стена. Вот о чем я говорил. Вот она, видите? Здесь я уже рыбачил. Поэтому... Дим! А, Дим, вот помнишь, о чем я тебе говорил? Бровка как стена. Вот она. Да. И она, вот она, посмотри, где диппер. Тут? Да? Почему у меня кормушки цеплялись металлические? И показывает рыбу, только надо значки рыб отключить. Так, отображение значков рыб, это нам не надо. Мы люди взрослые, научимся без этого определять. Сейчас мы закинем подальше. Так, смотрим. Пять метров. Пять. Да. Далеко. Вот почему-то, когда включаешь отображение, такое ощущение, что он притормаживает процесс. То ли потому, что далеко, он так слабо видит его. Ну, хотя тут метров, блин, ну 50-60 максимум. Так, начинается подъем. Вот она, одна бровка. Вот тут, да? И получается, как ты ее первый нашел, так она и есть. Нет, сейчас еще одна будет. А, или нет? А, ну да. Вот он, резкий подъем. Вот он, резкий подъем.
Ага, понятно. Здесь... здесь можно на поплавочку ловить смело. Так, ребята, сейчас мы сделаем 10 кормушечек закормочных и начнем уже ловить. Промерился я, посмотрел глубину. Глубина понятна, нашел более-менее перспективное место. Это переход с такого плотного дна на барханчике. Не знаю, должно быть место перспективным. Вот, сейчас закормимся. 10 кормушек, ставим поводок и начинаем ловить. И да, друзья, всех с праздником. Сегодня 23 февраля. Всех мужчин, причастных, поздравляю с праздником. Всех, кто служил, не служил. Мужики, за нами сила. Всех с праздником еще раз. Так, сейчас мы будем делать первый боевой заброс. Намотал я вчера поводков, навязал. В прошлый раз все кончились. В этот раз и 0,08 подвязал. И всяких разных. И 0,1. Ну, это стандартные мои ходовые размеры. Иногда 0,12 еще использую. Но это редко. Крючки 14 номера, это Овнер, серия Пинхук называется. Леска тоже от фирмы Овнер, Овнер Брод, как-то так, по-моему, называется. Даже шнур овнеровский, кстати, в этом сезоне будем тестить. Восьмижилка получилась по цене недорогая, взял на тест. Так, мотылики. Сейчас начнем по стандарту с двух мотыликов. Сегодня у нас из добавок кормовой мотыль. И Александр нас угостил рыбным пелицем. Будем пробовать его потом в качестве крупной фракции добавлять. Посмотрим, как корм поведет себя без добавления. Будут ли поклевки рыбы или не будут. Вот, а там уже будем смотреть. Также у нас еще есть кукуруза. В машине мы ее забыли. Но это не проблема. Если что, я схожу. Так, первый заброс. Ждем поклевку. Первая рыба фидерного сезона, ребята. Не знаю, что там, но вроде упирается, сопротивляется. Ну, я сейчас не ловлю без фидерга. Посмотрим. Что к лидеру сделать? Поэтому чисто на поводок. Хороший. Это надо садок доставать. Садок. Где эмоции? Можно мочить садок. Вот видите? Поклевки густерины. Чтобы случилась поклевка, что нужно сделать? Правильно, налить кофе. Сейчас сделаем перезаброс. О, у Димки рыбка. Густерка маленькая, да? О, а у меня тоже что-то есть. А у меня прям крупняк сегодня. О, да это подлещик. Это нано-подлещик. Да. Такого добра нам не надо. Ну, по-моему, меня преследуют зимние размеры уловов.
Так. Подлещик — это хорошо. Мы сейчас, значит, еще два заброса сделаем. И я дам туда, наверное, мотылика кормового. И немного пелится. Так, и закрепим это все опариком. Рыба стоит отборнейшая. Такой у нас есть мотылик. Не первой свежести, еще с прошлой рыбалки остался. И часть докупил. Ну, сейчас мы его будем давать понемножку. Посмотрим, будет результат или нет. Да, размер, конечно, не очень, но уже начинает увеличиваться. Это не может не радовать. Поставил сейчас двух опариков. Одного красного, одного белого. Это что-то первое, чуть больше кормушки. Сейчас посмотрим, что это. Что-то интересное. Может быть, это сазан? Или амур, или, может, сом. Поможешь мне, Дим? Под саком поможешь? А может быть, это просто не вымылась кормушка? Или он просто забагрился? А, он забагрился просто. Вот и все. Где он был? Он забагрился за этот.
ушел. Обидно, блин, обидно. Но зато два парика дали нам поклевку. Значит, мы продолжим. Ну, на самом деле, он зацепился за жабры. А так, конечно, если бы он клюнул, мы бы его вытащили. Ну, ничего страшного. Продолжаем кормить с мотылем, но ловить на опарыша. Ага. Густер. О, ты видел? Это кто? Какая тебе уклейка? Что это за рыба, кто знает? Так, сейчас поставлю кормушку поменьше и заброшу, потому что поклевки прям сразу происходят. Но засечь не удается. Вот поставил кормушечку поменьше и сразу поклевка с заброса. Но это опять та же мелочь. Сейчас мы, в общем, попробуем оттуда все выловить. Неизвестно, под сколько его там. И будем пробовать приманивать подлещика. Ну, это, наверное, ветер двинул немножко. Посмотрим. Нет, это не ветер. Это, похоже, была действительно поклевка. Да, там кто-то есть. Угу. Ну, размер ясен. Опять бездера. А, вот почему показалось, что она крупнее, потому что запутался фидерган. Итак, друзья, обеденный перерыв. Сегодня у нас будет, значит, сухпаёк вариант 5. Пятый вариант, в принципе, отличается более калорийными блюдами, в которых больше содержания идет мяса. Это написано даже на упаковке. Сейчас давайте посмотрим, что нам военторг туда положил. Итак, друзья, пятый вариант себя включает говядина первого сорта, гуляш с картофелем, рис с курицей,
и всякие ништячки типа паштета нежного, фарш колбасный традиционный, икра из овощей, сыр плавленый, пюре яблочный, офицерский шоколад темный вкусный, повидло яблочное, три напитка, три салфетки. На утро, значит, идет кофе с быстрыми спитками, два пакетика чая, жевательная резинка, сахар, соль, перец и витаминка для того, чтобы вы себя всегда бодро ощущали. Ну что, будем греть. Так, ребята, пока Дима готовит, вам немножко расскажу. В общем, весь день клюет одна мелочь сегодня. У Димы были, проскакивали несколько, ну таких, чуть больше, может, грамм по 300, в принципе, товарных подлещиков. Вот. У Димы корм сегодня черный лещ, если я не ошибаюсь. Дим, с чем у тебя черный лещ? С премиум лещом. У меня сегодня состав летний, но мы решили потестить, посмотреть, как он себя поведет. То есть это опять двойной кориандр и турбофидер. Но я его затемнил черным цветом. Вот, добавляли мы сегодня в течение дня мотыля кормового, но он такой же не первой свежести. Вот. И плюс еще немножко добавляли рыбного пелица. Нам здесь угостили нас на берегу этим рыбным пелицем. Вот, мы добавили. По факту мелочь стоит, мелочь клюет стабильно, но она реально уже надоела. Сейчас вот мы перекусим и посмотрим, может быть, попробуем поменять что-нибудь. Но я думаю, что я просто большой кормушкой докормлю весь корм с этим пелицем, добавил туда еще мотыля. Вот. Ну, посмотрим, не знаю. Выкинем корм и будем ловить. Мы сегодня недолго, потому что, еще раз повторюсь, сегодня 23 февраля. Всех еще раз поздравляю, причастных к этому празднику. Вот. И часа в 2-3, наверное, будем собираться и поедем домой. Вот, можете посмотреть, что тут происходит. Греем рис курочкой. У нас, по-моему, есть еще один рацион, который мы не пробовали. Да, в следующий раз обязательно вам покажем. И будет у нас серия роликов, обзор некоторых рационов. В целом, я считаю, что вот в такую погоду, ну, это идеальный вариант для перекуса, ну, даже для полноценного обеда. Как считаешь, Дмитрий Рамзи? Да. Прекрасно. Получается, что перекус у нас все равно идет теплый, хороший. Можно не только подкрепиться, но и согреться. Согласен. Вот, ребята, это что у нас? Говядина тушеная. А это уже погрелась картошечка. Гуляш с картофелем, вот. Блин, ну вкуснота. Всем приятного аппетита. Сейчас мы греем и будем кушать. Так, поставил я кормушку большую. Сейчас 10-15 штук кину. 10-15 кормушек туда. И посмотрим, что-нибудь подойдет или нет. Потому что мелочь это ловить не хочется. И еще поставлю поводок 0,08 и маленький крючок. Посмотрим, принесет это результат или нет. Вот после закорма 10 кормушками, после того, как поставил 0,08 поводок, произошла поклевка. Сейчас посмотрим, что там, если там кто-то еще есть. А там все то же самое. Ничего не меняется. Микролещ. Thank you.
Опять мой сегодняшний размер. И никуда ты от него не денешься. Ох-ох-ох. Ну ничего, зато есть поклевки. В прошлый раз их не было вообще. Ну там глубина другая была совершенно. Так, а что если мы поставим двух опарей? Может быть, это как-то исправит сложившуюся ситуацию. Оп. Может быть, нужно было бы дать какого-нибудь резаного опарыша, но у нас его очень мало, поэтому на нарезку ничего нет. Супер улов просто. Все, друзья, наш сегодняшний рыболовный день подошел к концу. Поймали мы немного. Килограмма, ну, хоть что-то поймали. Килограмма два. Да, меня одолела, конечно, эта мелочь. Но это лучше, чем в прошлом видео, где мы не поймали вообще ничего и даже не увидели поклевку. Вот, друзья, всех еще раз с праздником поздравляю. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Увидимся в следующем видео. Пока! Пока!